Лето – отличная пора для пеших прогулок. Люберчане могут приятно провести время в парке Малаховское озеро. Большую часть благоустройства здесь выполнили в 2020 году. На месте заросшего леса сейчас современный парк. Однако поддерживать хорошее состояние зоны отдыха нелегко. Прогуливаться по чистому обустроенному парку люберчанам пришлось недолго. Плиты на дороге к Малаховскому озеру уже испорчены. И здесь вандалы оставили свой след. Здесь видеокамеры установлены, они не все охватывают. Вот мне сегодня дано поручение доустановить видеокамеры. Понятно, что будем ловить, вылавливать, другого пути нету, и надо наказывать. Наказывать рублем, при необходимости заведить уголовные дела, потому что упрашивание какими-то такими, скажем, просьбами, видите, пока не получается. Те же меры наказания ждут вандалов, которые ломают скамейки и переворачивают урны. Пробелы есть не только в системе охраны территории, но и ее содержании. Значит, вырываешь тяпка, каждое дерево, вот этот кустарник, пропалываете и засеваете. Помимо проведения текущих работ, здесь планируют завершить третий этап благоустройства. Вокруг озера проложат пешеходную дорожку. Пешеходная зона, освещенная, с мостиком. В районе вот, Удельной мы там планируем соединить два берега. Вот реки Македонка или там, где Македонка впадает в Малаховское озеро. Еще одно очень важное направление – это и экологическая реновация, наверное, так можно назвать. Дна озера Малаховского полностью сейчас подрядчик определен, вышел на работу и будет чистить донные его отложения для того, чтобы открыть родники, которые будут чистить в дальнейшем озеро. На территории парка появится доступная Wi-Fi-сеть, шезлонги и дополнительные скамейки. Айтадж Чирагова, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ.